Пятая ночь протестов в Испании против заключения в тюрьму рэпера Пабло Хасселя вновь обернулась столкновениями манифестантов с полицией. В центре Барселоны демонстранты забрасывали полицейских бутылками и камнями, разбивали витрины магазинов, опрокидывали мотоциклы, жгли мусорные контейнеры и возводили баррикады. Стражи порядка применили дубинки и резиновые пули. Крупные беспорядки произошли также в Тарагоне, Льейде, Памплоне и других городах. Но к насильственным действиям там, как и в Барселоне, были причастны лишь небольшие группы из тысяч протестующих, выступающих против законов, которые были применены для преследования рэпера. Хасель был арестован во вторник. Его приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление испанской монархии и восхваление терроризма в его песнях. С тех пор в ходе беспорядков в разных городах страны были задержаны около 90 человек, более 100 получили ранения. Арест рэпера многие восприняли как наступление на свободу слова. Еще до задержания Хасселя правительство объявило о намерении изменить закон, предусматривающий тюремное заключение за преступления, связанные со свободой слова. Однако это обещание без четкого графика изменений не помогло предотвратить рост социальной напряженности.